вы сейчас ходили? На «Ревизора». Скажите, что вам понравилось, что не понравилось, как играли актеры? Мне безумно понравилось, как играли актеры, потому что я сама хочу в театральную поступать, и я прям, во-первых, немножко было по-современному. Как играли, я запомнила роли, я смеялась, мне было очень приятно, я в восторге. В восторге от того, как актеры передали чувства, эмоции, и для меня это очень важно. Для меня не важно, как они выглядели, как там, кто играет из актеров, важно, как они это передали. И 5 баллов из 5. А на каких местах вы сидели, как вам было видно? Мы сидели на левом, как это называется, лоджии, по-моему, да, левой. Ну, не очень хорошие места, но они тоже не имеют значения. А могли бы вы порекомендовать другим зрителям сходить? Конечно, обязательно. Особенно вот мне 16 лет, и вот в 16 лет на такие спектакли ходить нужно. Я просто давно в театре не была, и вот сейчас говорила как раз сестре о том, что он будет теперь каждый месяц ходить. Мне очень понравилось. Хорошо, спасибо за отзыв.